Ответные санкции, которые приняты в России против Евросоюза, это, естественно, вынужденные санкции. Они именно ответные. Даже премьер-министр об этом сообщил в своем заявлении, что такая форма поведения России вынужденная в связи с тем, что происходит в мире. Поэтому, конечно, в большей степени это коснется именно сельского хозяйства Евросоюза. Уже сколько идет жалоб о том, что делать с продукцией и обращений в Америку к президенту Обаме, чтобы он купил весь этот необходимый товар, который предоставлялся и вообще был направлен для России. И, естественно, сейчас будет полный ажиотаж, и основная проблема коснется Евросоюза, потому что сельское хозяйство в нашей стране, оно будет только развиваться. Все для этого делается. Уже на протяжении последних лет все вкладывается именно в развитие российского сельского хозяйства. Потому что импорт, он, можно сказать, убил наш рынок. И все живут хорошо в Москве. А то, что происходит у нас в регионах, если мы отъедем 100-200 километров от Москвы, мы видим, что все заводы закрыты, сельское хозяйство не развивается. То сейчас для России это будет очень перспективно. И я считаю, что мы ничего от этого не потеряем. Только приобретем. А вот что касается Евросоюза, все эти объемы и потребление, буквально вчера в новостях все точно в цифрах подсчитали и сказали, сколько миллиардов кто на чем потеряет.